Доброе время суток, друзья. Боевая провинция приветствует вас. У сына день рождения сегодня, и я решил ему сделать небольшой подарочек. А подарочек необычный. Он у меня болел целый год. Ему врачи запрещали заниматься. Сейчас разрешили. Он где-то месяц позанимался, боксом я имею в виду. Говорит: пап, на день рождения хочу съездить в Саратов с кем-то побоксировать. Ну, естественно, договорился, там, связался с людьми. И там сын еще у меня живет в Саратове. 300 километров от нас, ребят. Ну и поехал, побоксировал. И решил я ролик этот выложить. И бокс этот выложить, чтобы вы немножко посмотрели. Ну там как, сейчас в двух словах сейчас объясню. Ну, договорились, там секция есть такая, ну, серьезная секция городская, саратовская. И там по субботам спарринги проводятся. И вот с утра приехали туда, уже заранее спарринг-партнеры там подыскали они. Ну и приехал и отбоксировал. Единственное, что не понравилось сыну, то, что его соперник отказался выходить после второго раунда. Ну, в принципе, что я, друзья, объясняю. Просто сейчас посмотрите и вместе порадуемся за то, что подарок, который я сделал сыну на день рождения, принес не только мне и ему удовольствие, а думаю, и вам немножко поднимет настроение. Ну что, все, смотрим. Давай, что там?
Корпус, Илюх, корпус! Корпус, Илюх! Привет. Выбрался из деревни, приехал в город Саратов побоксировать. Вот. Побоксировали хорошо. Если кому интересно, сейчас можете посмотреть этот бой. Боксировал, как учит папа, ручки вверх, идем вперед. У себя вроде хорошо получилось. Кто, ребят, заболел, кто болел за меня, всем большое спасибо вам за поддержку.